улица Ивана Мазепы, 12А. Семиэтажный кирпичный дом, к которому с одной стороны примыкает 12-й дом, а с другой стороны 14-й. Единственный имеющийся вход в парадное поддерживается в удовлетворительном состоянии. Стальная входная дверь оснащена домофоном. Непосредственно в доме находится семейная клиника. На закрытой домовой территории есть места для парковки автомобилей. Дом построен в исторической части Киева с богатой инфраструктурой. Здесь и торговые центры, и музеи, и учебные заведения. Кроме прочего, в нескольких минутах ходьбы расположена станция метрополитена. Состояние дома удовлетворительное.